очень несколько шагов на подходе. Секундочку. Можно антифлейлы? В лесу родилась белочка. Давайте мы проведем голосование, хорошо? Почему? Ваня, потому что я очень, чем Дима, и мне кажется, что... Спой песенку, Настя. Спасибо большое. Я был твой голос. Расцвела, и я вижу счастливую пару Лейлы и Антона. Я думаю, что строить отношения по-другому. Давай, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. А сама пой. Сама пой, давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ну давай, пой, я не знаю дальше. На праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Смотри, мама. Ой, Настенька. Сильно много интереснее, чем с экрана. В принципе. Ку-ку, скажи, ку-ку. Ку-ку. Тихо. Вот так вот получилось. Ничего страшного. Вы знаете, я хотел бы оставить двоих участников. Ты сейчас гениален, Олег. Потому что, дорогие ребята, дорогие друзья, мне очень было здесь весело, очень прикольно. Я вас всех люблю, всех друзей, которых здесь нашел. Ну, так что получилось, что я любви своей здесь не нашел, но зато нашел здесь прекрасных друзей, прекрасных ребят, которые... И я хочу сделать то, чтобы оставить Ваню здесь и самому уйти. Ты сама поешь, но он начал. Что ж ты прям так сразу? Лицу. На промане поет. Скажи, елочка. Настя, скажи, елочка. Аделина. Сейчас будет тебе. Нет, это продолжение. Через